Добрый вечер, дорогие друзья. Это Максим Критковский из Кампо Амора. И это наше первое видео в 2020 году. И это первая тренировка армейцев в 2020 году. Всем большой привет. Наступила зима, это значит, что я здесь для того, чтобы рассказывать вам о том, как армейцы готовятся к сезону. Ну, пока новостей особо нет. Самое главное, что все футболисты основной обоймы здесь. Вы это сами можете увидеть. За линию, конечно, заходить не могу. Тут маленькая тренерская скамеечка, я тут на нее присел. Тут удобненько. Вон там вратари чуть дальше. И команда начинает. Первую тренировку в составе ЦСКА проводит Илья Шкурин. Это новичок, белорусский нападающий, подписал контракт на 4,5 года, вы это прекрасно знаете. Первую тренировку в составе ЦСКА проводит игрок на просмотре. А вот, кстати, он тут прямо рядом. Видите? Спиной это Караев, нападающий с КамАЗа. Вот ребята, вот они все тут. Контрольный матч у нас 24-25, но я все расскажу. Вот вам и Влашич. Вот вам и Магнусон, и Биол, и Бистрович, и Сигурдсен. Все наши друзья. Добрый путь, армейцы. Добрый путь. Будем надеяться, все у нас будет хорошо. И вторая часть сезона сложится отлично. Я на связи. Буду радовать вас. Надеюсь, что радовать. Репортажами. Итак, Максим Критковский из Кампо Амора. Спасибо.